О, да. Здоров, чел. Йоу. Короче, слушай. Я копил свои боевые очки, и теперь пора их обналичить. Хочу что-нибудь крутое, такое безумное, знаешь, настоебучило просто эта стандартная фигня, ну знаешь. Ну, ты пришел в правильное место, братан. Осмотрись, реши, что тебе по нраву. Ладушки, ну давай-ка глянем. О! Это вообще безумная штука. Так что за сколько продаж? 1200 джикоинов. 1200, окей, я беру. Погоди-ка, извини. А что ты сказал? 1200 джикоинов. Может, боевых очков? Не-не, 1200 джикоинов. Это что еще такое? Ладно. Это новая внутриигровая валюта. Читай патчи, бро. Читать Извини, я их не читаю просто. Ты их не читаешь, кто их вообще не читает? Ты что, какой-то стрёмный вообще? Ладно, и как же мне их получить? Купить. За реальные деньги? В точку. И заработать в игре я их не могу? Неа. То есть это шмот за деньги? Не, это за джикоины. Ну, это ж не просто джикоины. Мы говорим о простых монетах. Их же за бабло по-любому нужно покупать. Ну, а вот и нет. Валюта зовется джикоины. Так что речь не о бабле. Да не так же велика разница. Если я не могу получить эти джикоины никак, кроме покупки, то речь все-таки о бабле. Согласен? Да-да-да-да-да. Это ты так говоришь. А на деле ты тратишь джикоины, значит, и покупаешь за них. Ладно. Забудем о боевых очках. Они бесполезны, но... Я весь месяц копил, чтобы получить купоны на боевой пропуск. О, окей, я понял. Я потратил много времени на то, чтобы их получить, так что я предполагаю, что они дадут мне что-то клёвое, да? О, брат Телла, хочешь крутого, тогда тебе определенно стоит заглянуть в ящик. То есть за купоны я получаю ящик, да? Братан, шмот там просто крышесносный. Круто. Экспериментальный. Хорошо, круто. Идеально. И что же я могу получить за 12 голубых купонов? Ну-ка, 12 голубых купонов, ща я посчитаю. О, да! И что же у нас за 12-х... Да. Ты только что разблокировал простые коричневые ботинки. О, А ты уверен, что все правильно? Ну да, вот простые коричневые ботинки. Но это же простые коричневые ботинки. Да, окей. И что ты от меня хочешь? И это все, что я могу получить за голубые купоны? Да, это все выбор за тобой. Так что... Окей. Ладно. Забьем на голубые купоны. А что насчет белых? Это лучше? Вау. Погоди, белые? О, господи. Вау. Погоди-ка. 2, 3, 4. 5, 6, 7... Да! Ага. Да! Ты получаешь... Ща! Простые синие джинсы. Просто синие джинсы? Да. Я ожидал получить что-то крутое, такое яркое. А что тут яркого? А что ты от меня хочешь? Чего я хочу? Я хочу крутые, яркие скины, дружище. И чего ты ожидаешь? Честно? Да чего угодно, только не синих джинсов и коричневых ботинок. Да я уже их ношу. Браво тебе, браво. Слушай, вот мой шмот, выбирай, я тебя ни к чему не принуждаю. Ладно, что ты завёз? Что хочешь? Хорошо, срать на голубые, срать на белые. Последняя попытка у меня есть это. Лады? Золотые купоны. Погоди-ка, золотые? Да, золотые, лучшие. Погоди-ка секунду. Ты как их получил? Во множестве игр, сотнях, десятках часов геймплея. 11, 12? Что же, ты открыл, на мой взгляд, самый яркий шмот во всей игре. Правда? Да. Ладно, наконец-то. Давай. Так, сейчас, наконец-то. Не могу дождаться. Ну что, готов? Или не готов? Да, готов. Ты только что открыл стандартную белую рубашку. В пизду. Добавь. Перевел Феликс, а озвучено, как всегда, в странном местечке. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать что-нибудь в комментарии. В закрепе есть ссылочка, по которой можно перейти и нам помочь. Всех люблю, целую, как всегда, с вами я, ваш Капрал Натурал. До новых встреч!